Как ты нашел меня? Яблоко что-то украл у Марио Аудиторе. Помнишь? Убейте! Убейте ассасина! Порвите мальдита бастарда в клочья! Нужны боеприпасы. Верхом будет быстрее. Thank you.
Чезаре! Получай! Я не умру! Картуга не отвернется от меня! Я лучший воин в мире! Назад! Я не опозорю себя поражением! Аудиторе не победит меня! Рим, Италия, Испания! Все это будет моим! Был моим. Желание и право не одно и то же. Да что ты знаешь? Знаю, что настоящий лидер делает людей сильнее. Я приведу людей в новый мир. Пусть твое имя будет забыто. Реквеска ин паче. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Тогда я оставлю тебя в руках судьбы. Трон был моим. Да что ты знаешь? Я приведу людей в новый мир. Ты не можешь убить меня. Никто не может убить меня. Есть. Это Колизей. Идем. Мы доберемся еще до рассвета. Постойте, дверь показалась мне странной. Кажется, у нее и не было ручки. Сейчас проведу анализ. Отлично. Значит, нужен какой-то футуристический ключ. Похоже, что тут вербально активируемый механизм. В жизни не видела ничего подобного. То есть нам нужен пароль? Попробуй напеть пятую симфонию. Проклятая европейская энергосеть! Теперь мы не сможем извлечь пароль из памяти Эцио. Мы должны найти пароль. Ответ знает Эцио. Ну вот в чем беда. Он мертв. Не могу поверить, что мы застряли.
Эй, может, пароль как-то связан вот с этим? Такой же символ был на двери сокровищницы. 14-19, 14-20, 14-21. А что, если это не дата? 1419, 1420. Боже мой! Что? Бог! Да говори же! Я и говорю. Тетраграмматон. 72 имени Бога. Видишь? Они заключены в трех стихах книги Исхода, с 19 по 21. Но это еще не все. Выстроив четыре буквы иврита, составляющие имя, в равностороннем треугольнике, и сложив их числовые значения, мы снова получим 72. Точно, ты уверен в этом? Да, Ребекка, именно поэтому я это и рассказываю. Но самое интересное впереди. В 72 году началось строительство Колизея. Кажется, это и есть наш пароль. Шон, заводи фургон. Дежавю. Точно. Пошли. А как же мы? Вам, кстати, там может понадобиться историк. Шон прав. Туннель ведет под капиталистский холм. Я помогу им найти другой вход. Будь осторожен, Дезмонд. Я поведу. Хорошая шутка. Я видел твою машину. Люси, я уже скоро буду у входа. Очень хорошо. Увидишь гладиаторов, мой совет, беги. Буду иметь в виду. Даже не верится, что яблоко будет у меня в руках. Все давно шло к тому. Ты заслужил это. Интересно, изменит ли оно что-нибудь? Поможет ли нам? Должно. Иначе быть не может. Как думаешь, что мы найдем? Надеюсь, что карту храмов. И что, яблоко просто так отдаст ее нам, да? Что-то не верится. Может быть, в этот раз нам повезет? Здесь столько всего. Прямо настоящий лабиринт. В гипоке находились клетки для гладиаторов и машины, поднимавшие их наверх. А сверху, прямо над тобой, располагалась сама арена. Очень ценно. Thank you.
И что? Сколько дней до запуска спутника для карьеров? У меня такое чувство, что я знаю ответ. 72. Какое это имеет значение? Мы просто возьмем яблоко и уйдем. Пароль от двери. Кто-то хочет, чтобы мы ничего не напутали. Похоже на то. Наконец-то снова на знакомой земле. Мы поместим эпилог нашей истории. Пусть он попадет к тому, кто достоин. Пусть он направит его. Пусть поможет найти путь. Пусть спасет мир, который мы покидаем. Кто ты? Что случилось, Дезмонд? Ничего. Вначале мы доверяли наши знания пергаменту, камню, памяти людей. Оказалось, что это недолговечные материалы, стертые огнем, стертые голодом, стертые потопом. Люди снова стали невинными и невежественными. Я иду. А вы не торопились. Что это за место? Санта-Мария Аракуэлли. Ты видишь эти колонны? Они построены на развалинах. Говорят, что эта церковь стоит на месте древнего храма Юноны. Потолок мне нравится. Тебе понравился потолок, да. Путешествовать с тобой одно удовольствие. Здесь что-то есть. А, ну ладно, мы можем остаться здесь и помолиться.
Мы не создали их мудрыми. А теперь они — наша последняя слабая надежда. Они — это вы. Вы можете понять нас, но вы ломаете наши орудия и не обращаете их друг против друга. Мы уничтожили все, что смогли. Что-то открылось. И спрятали остальное. Но не все. А для того, чтобы уничтожить мир, многого не нужно. Это безопасное место. Вечное. Хранить предметы, слова, мудрость, но не жизнь. Хотя мы были близки, но время... Время разрушает нас. Мы можем отвлечь его, обмануть его, начинается. Уклониться от удара. Но его сила слишком велика. Отражение бесконечно. Так. Этого мы вроде в курсе. Безман, спускайся сюда! Уже иду. Что бы это ни было, толку-то? Это тупик. Я не уверен, что... Что происходит? Да, если хочешь убить нас, приятель, то тебе надо больше стараться. Мы пришли. Так, теперь пароль. Если Шон окажется прав. Я всегда прав. Кстати, о том тупике. Нет, не было такого. Как думаешь, она понимает по-английски? Да говори уже! Ну ладно. 72. После вас. Вы должны это видеть. Яблоко лежит в самом центре. Пора узнать, где находятся эти храмы. Десмонд, где балкон можно выключать? Может, если попасть в каждую из них, получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль прижаться. Я могла бы говорить сто лет, улететь. И вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств. У нас 6. Одно мы утаили от вас. Вы никогда не будете знать. Вы можете видеть, обонять, различать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. О том, когда мир начал гибнуть, мы пытались перейти это через кровь. Связать вас с нами, мы умничаем. Вы видите голубое сияние, вы слышите слова, но вы не знаете.
что знаю я. Мы ждем тебя, Дезмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь его. Ты все поймешь, но слишком поздно. Ты слышала это? Мы дошли. Не могу поверить, что мы добрались. Так где эти храмы? Хочешь, чтобы я спросил? Или подумала, или еще что. Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ. Это фригийский колпак. Он символизирует свободу, а это масонский класс. Вместе они находятся только... Что? Я не могу пошевелиться. Ты активировал яблоко. Оно общается с твоей ДНК. Отпусти меня! 72 дня до момента пробуждения. Ты — наше дитя и дитя наших врагов. Конец и начало. Тот, кого мы ненавидим и почитаем. Последнее путешествие начинается. С тобой через врата пройдет спутница. Но я не вижу ее. Крест заслоняет ее от моего взора. Что ты делаешь? Путь должен быть открыт. Ты должен сыграть свою роль. Весы должны прийти в равновесие. Прошу! Ты знаешь очень мало. Мы должны направить тебя. Не сопротивляйся. Нет! Готово. Путь лежит перед тобой. Осталось найти ее. Пробуди шестое. Иди, один. Дьявол, у него шок. Клади его в машину. Это единственный выход. Но ведь это все из-за Нимуса. Не спорь с экспертом. Делай. Нет.